Конечно, и вы пытаетесь поговорить с людьми. Зевс, обращение к президенту. Эдик на масленице. Это наш первый выпуск, в котором я попытаюсь рассказать вам все самое интересное за прошедшую неделю. Поехали! Итак, самая главная новость этой недели. Конечно же, это конкурс. Мы прошли финал. Молодцы, парни, поздравляю, так держать. Теперь мы едем в Киев. Итак, мы приближаемся к Академии Шар. Мы должны узнать результаты, которые мы уже знаем со среды. Но мы, как маленькие конспиранты, все скрываем от всех всегда. Нет. Только с первое место, которое занято. Вижу ручку. Короче, Димас, ну. Расскажи-ка свои чувства после полуфинала. В двух словах, это в двух словах, не более, давай. Наочековано. Ну и все, на этом мы заканчиваем. Итак, переходим к призам, которые нам дали. Это первое место, Вацко Богдан, шатнули. Так, дальше тебе идет плакатище, который дома откроешь, потому что я открыл и офигел. Как только купишь ноутбук, будешь туда ложить его. И пакетик. Все сделал по-еврейски, как и надо было. Твои чувства после подарка. Классно. Ну, это мы, на этом мы заканчиваем репортаж с Бодькой. А какие же мне достались призы? Даже не знаю. Грамота, которую я отдал в универ. Плакат, который мне впадло доставать. И, конечно же, футболка, которая... Вот она. От Академии Шах. Ху-ху. А теперь немного новостей о нашем городе. Шефу захотелось побывать в роли журналиста, поэтому мы пошли в субботу специально на Масленицу, в ожидая то, что будут бесплатные блинчики со всем, чем только можно. Увы, блинчика не было. А что было, смотрим далее. Итак, сегодня мы находимся в городе Балаклея, возле памятника Ленина. Итак, сегодня собрался митинг по поводу этого. Ситуация. Ленина хотят снести. Какого? Нехорошего слова его хотят снести. Ведь именно он создал эту революцию, в которую вот сейчас собираются многие люди. Так, этого вождя хотели снести его у нас 2 недели назад. Он выжил, выстоял. Кто за этого Ленина, дядьку волосатого и лысого, в определенных местах и порция, прошу ставить лайки. Какие же великие познания у шефа в области истории? Прям не знаю, ему надо было на историка идти, а не на механика-алкаша. Ну да ладно. Проехали. Шефу было мало, и он решил еще поспрашивать у людей. А что смотрим? Молодой человек. Что вы думаете по поводу Ленина, которого хотят снести? Ой, даже не знаю. Ну, может быть, это неправильное решение, потому что такой человек, как Ленин, должен быть. Извиняюсь. Да мне вообще все равно, пусть делают, что хотят с ним. А если его развалят так? Ну, пусть разваливают. Чем-то так. Да пусть Валя тогда же помогу. Ну, ладно. Молодые люди. Бежим. В итоге, это походу сейчас будем их ловить и убивать.
останавливаю съемку. Что я могу сказать? Шеф, ты был на высоте. Как всегда, с умным выражением лица. О, теперь переходим к десерту. Я уже думаю, вы догадались, о ком сейчас пойдет речь. Конечно же, о нем. О нем. О великим Зесе. Если вы не знаете, кто он, не беда. Сейчас познакомим. Сева, рэп, давай рэп. Какой рэп? На базе обласки ковецки. За бара, не пар, за бара, за бара. Кошка моя, тебе получаю. Ты... Привет, тюки, добрый день. А, пиццетерия, уже убрать там, барная идет, там, Киви, Донецкий, Харьков, пиццетерия, витамин на кое-что. Ванны? Да. А, это вот так посыль, да, мячка? А что такое? Да, наверное, очки на ванны надо. Ну, давай. Ванная. Ванная. Пиццетерия, не на кое-что, пиццетерия, убрали. Масса косы. А более там вот это вот вон там. Я же кот, буду гоняться вот так. Кажется, сиськи большие, еще маленькие. Правильно аппетита. Наша Раша. Паровоз, сосава резина, паровоз, сосава резина. Кабанчик. Кабанчик. Витка. Витка. Забыл сказать, это же была неделя Масленица, поэтому я со своим малым решил поехать в воскресенье покушать блинчики и заснять, как это будет все в действии происходить. Смотрим, как это все было. Привет всем, сегодня у нас 2 марта и мы на Масленице. Много должно, судя по всему, в нормальный день, это должны быть блинчики там, с творогом, с мясом, я вообще сюда приехал, сюда поесть. Ну так, судя по всему, большой выбор, вон блинчики, вон с яблоками, с чем хочешь. Ну, людей дохуя еще, посмотрите. И запомни, Лерка, я тебя ненавижу, ты меня разбудила. Ну и все, вот посмотрите, как дети хотя бы бегают, в этот день прекрасный. И на этой ошеломительной ноте я заканчиваю наш первый выпуск. В качестве бонуса хочу показать вам трейлер фильма, который мы презентовали на конкурс. С вами был Дмитрий Пучков. Пока!